Я снова рад всех приветствовать на канале Волчонок Поваренок, а сегодня я буду готовить праздничный рулет к новогоднему столу из красной рыбы. Так что давайте приготовим его со мной. У меня рыбка будет горбуша, вы можете покупать любую, подешевле. Вот. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится сама рыба, я ее засолил. Как был раствор, сейчас объясню. Ложку соли с горкой и ложку сахара с горочкой. Все засаливаете ее и сутки под гнет убираете в холодильник, потом достаете, промакиваете ее салфеткой и все, рыбка готова. Нам для этого понадобится также укроп и масло. Для начинки масло размягчаем, укроп мелко нарезаем. Ну вот, размотали мы в общем пленочку, на нее выложили слоями нашу горбушу, тоненькими друг на дружку. И сейчас будем подготавливать саму начинку. Для начинки, естественно, нам понадобится сам укроп, мелко порубленный, как я и сказал. И масло разминаем, все перемешиваем вместе с укропом. И получается у нас вот такая красота. Намазываем наверх на рыбку это все, всю эту нашу однородную массу. Видите, как красиво получается. Какое вкусное бюджетное блюдо. Ну и все. Грубо говоря, свернули в рулетик и можете убрать, настояться в холодильник, либо в морозильник. И вот такое невероятно вкусное блюдо готово. А вот так вот оно выглядит в разрезанном виде. Представьте, что вот так оно будет выглядеть у вас на новогоднем столу. Столе, как правильно, не знаю. В общем, вот такая закуска получилась. Бюджетная, но очень вкусная. Также можно есть и подать не стыдно новогодний стол, и на праздничный, и на что угодно, на Рождество, на день рождения. Можно просто нарезать ее утром есть с хлебушком, с черным на бутербродике. В общем, берите на заметку. Всем спасибо за внимание и за лайк.